Друзья, привет! С вами Оксана. Готовим зимний питательный простенький салат из домашних продуктов. Вот самые зимние овощи пережаренные, лучок с морковкой. Это майонез у меня домашний, на домашнем желточке и с горчицей. Печеночка, вот две штучки у меня осталось от птицы, от курочки. Горошек, яйца и немножко кетчупа. Первым слоем мы выкладываем печеночку, она отварена в подсоленной воде. И сверху укладываем поджарочку для сочности, морковка с луком. Смотрите, не очень толстым слоем печеночка, но зато овощей побольше, чтобы был такой более питательный салат. И вкус самый в этих заправочках и в этих поджарочках любого блюда и салата в том числе. Следующим слоем выкладываем горошек. Его можно заменить квашеными огурчиками. Это на ваше усмотрение. Горошек прикрываем тоненько майонезом. Готовим яйца, натертые на крупной терочке. Их можно заменить плавленными сырками, если не любите яйца. На слой горошка и майонеза мы укладываем яйца, чтобы они не были сухими. То есть снизу они будут пропитываться майонезом, а сверху мы сейчас будем украшать и пропитывать кетчупом. Так, смотрите, друзья, у вас два варианта подачи. Либо вот как я украсила кетчупом, мы сейчас будем его кушать. Либо если вы оставляете для пропитки, то все полностью майонезом заливаете, будет такой салат «Красная шапочка» у нас. Мне не нужно его пропитывать, и овощи дают сочность, майонез домашний, жирненький, кетчуп. Очень хорошо сочетается этот салатик с огурчиками, с чем-нибудь квашеным, вот солененьким, такой вот консервация всевозможная. Вот такая красота, друзья. Готовьте своими руками, удивляйте и радуйте своих близких и берегите тех, кого любите.